Итак, друзья, здравствуйте. Мы сегодня в лесу, в Крымском, на Сапун-горе. Итак, я хочу провести тест на часы X9. Смотрятся они достойно, красиво, приятно. Но, насколько я выяснил, качество у них, к сожалению, качество именно показателей оставляет желать лучшего. Потому что не работает у них сон, во-первых. Просто он по какой-то причине не показывает. Во-вторых, значит, по какой-то причине, ну, даже не по какой-то причине, грубо говоря, значит, шагометр работает некорректно, раза в три больше, чем показывает, допустим, Mi Band 2. Всем известно, что Mi Band 2 это хорошая фирма, хоть примерно такой же расценки, может быть, чуть-чуть дороже непосредственно, но показатели у него более качественные. За что я взял эти часы белые? Белые часы X9 я взял именно потому, что они показывают, должны, вернее, были показывать давление. Поскольку у меня всегда повышенное давление, я гипертоник, вот, я и хотел проверить. Но сколько бы я ни замерял, эти часы ни разу не показывали настоящее мое давление, то есть выше, допустим, 130 на 100 или там 130 на 90, они ни разу не показывали. Всегда они показывали в районе 122-125 на 79. Даже 80 нижний показатель они ни разу не показывали. Смотрятся, конечно, часы очень приятно, очень красиво, солидно по сравнению с Mi Band 2, но я их брал не для этого, не для красоты. Я их брал именно для того, чтобы они показывали мне давление мое. Итак, друзья, я в данный момент хочу показать, что я не обманываю по поводу датчика ходьбы, то есть шагометра. Для этого я хочу показать на Mi Band 620-660. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас будем делать, чтобы было, конечно же, видно. Итак, еще раз вернемся. 660. К сожалению, наверное, не удастся увидеть. Вот. К сожалению, не удастся мне показать. Давайте хотя бы попробуем, что нам показывают. Может быть, придется раздеться. И в этом случае тогда я смогу показать. Давайте попробуем. Итак. Я снял свой пиджак. Будем пробовать, пользуясь пиджаком как накрытием. Значит, мы видим, да, время видно и смотрим. Значит, сейчас, секундочку. Время, ой, не время, а 660 шагов показывает Mi Band 2. Что же показывает X9? 1470. Это прекрасно видно. Итак, друзья, раз мы увидели, сейчас хочу еще раз показать. Одну секунду, друзья. Показатель 1470 шагов. Запоминаем, пожалуйста, эти показатели. И сейчас мы будем двигаться вперед в том направлении порядка 500 шагов. И на этом основании будем уже смотреть, что да как. Итак, друзья, я предлагаю пройти и вслух считать. Надеюсь, все готовы. Как говорят многие блогеры, запасаемся чайком, всякими там бутербродами и вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 80. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, 90. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 100. 101, 102. Друзья, мы прошли 102 шага. Ну что, еще осталось 400 шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. Раз, два. Ой, какое красивое дерево. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 80. Раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, 200. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 70. Три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, 80. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 90. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 300. Друзья мои, 300. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Раз, два, ой, 40. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 80. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 400. Друзья, действительно, я делаю ошибки. Я это замечаю, естественно, что я немножко некачественно считаю. То есть определенная погрешность есть. Прошу меня извинить за это. Ну что ж, будем продолжать движение. Продолжаем движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, 20. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 80. Раз, два, три, четыре,
5, 6, 7, 8, 9, 90. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 100. Друзья, раз, ну, допустим, все, 100. Итого 500. Итого 500. 500 шагов. Друзья, сразу хочу показать, что вот там балаклава, там море, здесь не очень хорошо все видно, правда, но это правда. Там сахарная головка. Так, как вы видите, я еще немножко шагаю, поэтому мы еще накинем где-то 20-30, а то 40 или 50 шагов. Итого 550, ну 520, пока я вот здесь остановился. Давайте воспользуемся опять же этим крючком, замечательным крючком. Вот, и посмотрим, что же показывают наши прекрасные часики. Ну, действительно, я любуюсь этими часами, они мне реально очень нравятся. Давайте будем смотреть. Пауза. Так, пиджачок уже висит, как вы видите. Так, все, ну, ныряем, друзья мои, ныряем. Ай, черт, сорвалось, извините. Давайте не будем на эту вешать штуку. Просто не хочет. Ладно, давайте наденем на голову. Итак, здесь даже будет даже лучше. Друзья мои, смотрим опять же. То есть, по идее, если было 660 плюс 520, это получается 1170. Правильно я посчитал? Давайте 660. Да, 1170 должно быть. Друзья, Mi Band показывает 1196. Вот это показатель. 1196, то есть от реального числа, от реального количества шагов разница всего лишь на 17 шагов. А теперь давайте посмотрим количество, я уже просто не очень помню, ну где-то, по-моему, 1600 было. Давайте смотрим, 2200. То есть, вернее, 220 получается, да? Вот, 220. 2020 шагов. Значит, путем нехитрых изысканий через какое-то время, ну блин, ну 600 шагов, ну где-то, значит, погрешность получается у нас, а если погрешность все-таки существует, то эта погрешность, она приблизительно на, ну, на шагов 100-150 разница, если мы сделали 550, я точно не помню сколько, по-моему, 1600 было, 1660, по-моему, было. И сейчас у нас, одну секунду, что-то с памятью, 220, значит, это получается 600. Так, мои дорогие часики, где вы там? Ну, в чем дело, собственно, алло, ну давайте, фокусируйтесь, красавцы. Так, 2.20, ну, в принципе, вот, сами видите результат, это 660, то есть на 100, на 150, на 200 примерно разница. Сами делайте выводы, сами смотрите, стоят ли такие часики, хоть они и красивые, стоят ли они вот именно таких денег, таких жертв, ну, если они вот именно в качестве шагометра и замерителя артериального давления, то есть тонометра, и уж тем более измерение кислорода в крови, значит, выдают громадную погрешность. Уже сами думаете, стоит ли покупать такой товар вам или нет. Друзья, с вами был я. Подписывайтесь на канал, обязательно лайкните, поставьте вот такой вот палец вверх. Справа наверху колокольчик нажмите, чтобы всегда наблюдать за моими новыми видео. Ну и добро пожаловать в Крым, добро пожаловать ко мне на канал. Все, друзья, а я пойду сейчас вон на ту гору, вон туда, вот туда сейчас я пойду пешком, прикиньте. Давайте, удачки, пока.